Богом и ведущий Сергей Крутов. Сегодня я расскажу про уникальное творение, как звезда Мерхабы. Что это такое? Звезда Мерхабы, она осуществляет помощь нам, дает счастье и благополучие. Если у нас есть такой амулет, то, допустим, у нас будет все время счастье в семье, благополучие в семье. Ну, в общем-то, вот такие вещи она творит. Что еще сказать про звезду Мерхабы? Звезда Мерхабы, конечно, появилась не в нашей стране. Она появилась в восточных странах, и этот амулет, естественно, в восточных странах. Но также мы можем произвести сами его из разных материалов. Но вы знаете же, конечно же, в прошлых своих видео я рассказывал, что амулеты никогда не будут работать, если их не зарядить. Заряженные амулеты, значит, рабочие амулеты. Вот некоторые картинки, которые я вам показываю, это она, видно, что восьмиконечная, обязательно восьмиконечная звезда. Так что эта звезда нам в помощь будет, если у нас такая будет звезда дома. Но никогда не делайте ритуалы сами, если вы не знаете, как это делать. Вот следующая картинка. Восьмиконечная звезда в космосе уже находится. Дальше я вам покажу свой амулет, который я пользуюсь для составления благополучия людей, им помогаю в этой области. Ну вот оно. Этот амулет, который мне изготовил в подарок один хороший токарь. Это звезда Мерхабы восьмиконечная, сделана из алюминия, выточенная на токарном станке. Моя звезда, конечно, заряжена, естественно, и поэтому я вот вам показываю эту уникальность. Приобрести такой экземпляр, конечно, сейчас невозможно, но можно попробовать поговорить с человеком, и может быть он сделает такое же подобие. Ну, в общем-то, что я могу сказать? Такой Мерхабы, конечно, можно было у каждого человека. Но, к сожалению, не могу подарить всем, поэтому только у меня такая уникальность есть. Ну, а если вам понравилось мое видео, как всегда, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и
Что еще? Пишите отзывы, а я вам буду записывать интересные ролики.